Ребята, перед началом этого видео хочу порекомендовать телеграм-канал Антона Ковалевского, известного беттинг-эксперта. В своем канале он ежедневно делится своими прогнозами. И что самое главное, делает это абсолютно бесплатно. Так что залетайте к нему по ссылке в закрепленном комментарии. Футболисты реагируют на итоги Копа Америка. При участии Роналду. Ага, конечно, размечтались. Де Паул собирается отдать длинную передачу. Ди Мария входит в штрафную. И это гол! Эдерсон пропускает. Вот что бывает, когда ставишь Эдерсона вместо Алисона. Даже Адриан сделал бы сейв. Джеймс, ну хватит. Кажется, ты уже увлекся. Даже Скотт Херсон смог бы сделать сейв. Что? Какой же я шутник. Видишь, Мойзи, я же говорил тебе, Ди Мария это мировой класс. Вообще-то он уже был в клубе, когда я пришел. А, да, точно. Когда увольняешь стольких тренеров, скольких уволил я, начинаешь путаться. И вот звучит финальный свисток. Ну что ж, было как-то скучновато. Моментов в этом матче было меньше, чем причесок у Погба. Лионель Месси наконец-то поднимает над головой международный трофей. Почему они заставляют меня смотреть это снова? В этой сборной меня удерживает только зарплата. Быстро! Звоните Лионелю, пока он в хорошем настроении. Может, он согласится на снижение зарплаты на 99%. Быстро! Звони Лионелю, пока он в хорошем настроении. Хотите узнать, перейдет он к нам или нет? Хочу узнать, даст ли он тебе номер своего парикмахера. Боже, какой же я шутник. Да, война МСН завершилась. И победителем вышел Месси. А проиграл Неймар. Жалкий предатель из ПСЖ. Футболист реагирует на финал Евро-2020. Ранний шанс у Англии. Люк Шоу, гол! Ему просто повезло. С мячом Бонуччи. И он забивает. Счет становится 1-1. Сначала фанаты Англии, а теперь Бонуччи. Зачем сегодня все запрыгивают на ограждение? Сака вырывается вперед, но Киелини отбрасывает его назад. Это фол. Мне бы за такое фол не дали. Кто-то должен поставить этого парня на место. Рашфорд может сделать счет 3-1 в пользу Англии. И он промазывает. Нет. Кто-то хочет подписать мою петицию об отказе от пенальти. Ни за что. Санчо должен забивать. Сейв. Нет. Где подписать? Вот поэтому ты будешь на лавке в следующем сезоне. Сака исполнит 5-й пенальти. Он должен забить. И это сейв. О, я чувствую его боль. Ребята, подпишите петицию об отказе от пенальти. Видео переведено и озвучено специально для канала Еврофутбол. Ставь лайк, подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.